Дорогие соотечественники, через несколько минут наша страна, как и весь мир, встретит новый 2023 год. Новый год – это праздник, от которого мы ждем добрых перемен. Мы верим, что наши желания исполнятся, надеемся, что проблемы останутся позади, и встречаем Новый год с любимой семьей, родителями, детьми, с друзьями и близкими. Наступающий год будет особенным для Абхазии. Мы отметим 30-летие со дня победы и 15 лет со дня признания нашей независимости. Уходящий год был очень трудным. Едва оправившись от вирусной пандемии, мир оказался перед лицом трагических событий, уносящих жизни людей, в числе которых и наши граждане. Мы скорбим и помним их подвиг. Наш союзник и стратегический партнер ведет борьбу за установление справедливого миропорядка. И в этих условиях Абхазия вновь подтверждает свою готовность содействовать победе в этой борьбе. Многое мы уже успели сделать. Восстанавливаем дороги и коммуникации, ремонтируем школы и больницы, развиваем аграрный и туристический сектор, создаем новые рабочие места. Однако нам предстоит решить еще множество задач, каждая из которых требует усилий, ресурсов и времени. Убежден, что мы сумеем достичь большего, и для этого нужно взаимопонимание и объединение усилий каждого из нас. Считанные секунды отделяют нас от нового 2023 года. Желаю народу Абхазии мира, благополучия и процветания. Пусть наши надежды и на лучшие ожидания исполнятся в наступающем году. Поздравляю всех вас с праздником, с новым 2023 годом!